В этом доме жил патриарх всея Руси, святейший Тихон, вот написано. Это Торопец, городок в Тверской области. И вот напротив его дома уже как бы в его время уже стояла церковь, потому что здесь много церквей, но они все так 17-18 века. Вот церковь напротив дома, в котором жил святейший патриарх Тихон. Такой скромненький домик. Он жил здесь, написано, с 1869 по 1878 год. Белавин Василий Иванович. А умер он в 1905. И вот там видно на горизонте другая церковь. Вообще здесь много церквей в маленьком городке.